Всем привет, с вами Психиатр, и сегодня мы начинаем проходить Life is Strange Before the Storm. Вот. Вышел перевод, вышла игра, и, собственно, почему бы и нет. Вот, я тут подключил джойстик, геймпад. Вот, посмотрим, будет ли удобно. Вот, насколько я знаю, сейчас доступно два эпизода. Вот, они оба переведены. Вот, я думаю, мы пройдем и первый, и второй, если игра нам понравится, да? Вот, отпуск. О, дивный новый мир. Пробуждение. Ну, начнем. Поглядим, что надо как. Вот. Это, я так понял, предыстория. Предыстория первой части. Life is Strange Before the Storm. Игра, в которой все принятые вами решения отражаются на окружающем мире. Выбирайте с умом. Да, что-то похожее было в первой части. Вот. Собственно, предыстория, да. Играть будем за Хлойку. Если еще кто не понял. Если кто еще не... Бляха. Джойстик вибрирует. Это хорошо. Бляха, но Хлоя, как всегда, в своем стиле. Не верится, что Фаерволк дает концерт на старой лесопилке. Да мать твою! Мать прибьет меня, если узнает, что это было. Так, я попытаюсь ее озвучивать. Так, ты бегать-то умеешь? Давай мы бежим. Нет? Ну ладно. Давай взглянем. No trespassing? No way. Прохода нет? Да, конечно. Holy твою shit. Мать. Так, там, походу, this дискач. Awesome. Потрясное место. Там, походу, дискач. Чтобы попасть внутрь, придется пройти через эту дверь. Так, погоди. Я люблю все осматривать. Тут есть что-нибудь? Тут же должно быть наверняка что-нибудь. Тим-тим-тим. Так, ну тут, походу, все закрыто. Закрыто. Какие-то мужички. Так, машинки. Ничего особенного. Опа. Листок с составками. Подбери. Если бы я задолжал кому-то $1000, уже бы в штаны надолжал. Ставка $1000, проигрыш $1000. Окей. Этим парням не помешает бы уединиться. Или нет? Чёрт. А ты не лезь не в свое дело. Фургончик. Ну давай. Этот фургон так и просит крупицу стрит-арта. Но если начать рисовать прямо здесь, что-то там. Так, что рисовать? Панель. Клинь. О, какое прекрасное полотно. Да, насколько я... Так, чтобы нарисовать. Насколько я понял, тут альтернатива фотографированию у Макс... будут граффити, ну вот.
Чего? Тут мед не варят? Бесплатные конфетки? Давай, первое. Ачивку дали. Тут точно, совершенно точно не варят мед. Так, окей. Есть ли тут что-нибудь еще? Вот, сразу скажу, серии где-то будут выходить минут по 30. Вот, так, в среднем. Так мы пройдем всю игру. За годы тут накопилось столько мусора. Байки, давай угоним. Я бы вступил в байкерскую банду, будь у меня друзья. Так, ты кто такой? Вышибала. Дай пройти. Дай пройди. Вам помочь, мисс? Ты должен меня пропустить. Вот, сам погляди. Мне уже можно? Неплохая подделка, малышка, но ты пытаешься прыгнуть выше головы. Сделай себе одолжение. Проваливай. Так, насколько я знаю Хлою, мы... Нельзя позволить ему утирать мне ноги. Может вернуться и опустить его? Или поискать что-то, что поможет его убедить? Так, опустить или... Что-то, что нам поможет его убедить? Ну давай посмотрим. Костер. Ну давай поразмышляем. Мать на такое говно изойдется, если узнает, что я час пользуюсь ради какого-то концерта. Это место такое мутное. Старая заброшка, черт пойми где. В километрах от дома. От дома. Точно. Вспомнила, почему я здесь. Где угодно лучше, чем дома. Any place is better than home. Так, хорош размышлять. Давай выйдем. Так, может быть, вы мне поможете? Конфликт. Это не то. Фургон, это не то. Бляха, а чё я могу? Канистра. Давай обольём его бензином. Видимо, пожарная безопасность тут не... Что-то там. Блин, она очень быстро говорит. Я не успеваю за ней. Так, ну, что-то я ничего не нашел. А, вот вагон, смотри-ка. Бляха. Пила с виду древняя. Интересно, как давно тут прикрыли эту лесопилку? Так, ладно, давай. Унизим. Боже, опять! Ну ничего тебе, малышка! Так, ну давай... Лесопилка. Это же старая лесопилка, да? Я слышал, тут выступает Firewalk. Они круты. Неа. Издеваешься? Думаю, тебе стоит уйти. Так, ну давай на байк. Это твой байк стоит? Ага. О.Н. Довольно крутой. Ну, спасибо. Это все? Бляха, пропусти меня. Вы начали перепалку. Надо убедить шпингалет недоделанный, что я не отступлю, пока он не пропустит меня внутрь. Что? Ну, давай. Ты что, не понимаешь, каково это быть подростком? Я всего лишь на группу хочу посмотреть. Я думал, мы уже все порешали. Кроватку-то не пора? Ты кто, блядь, такой, чтобы решать мне? Чтобы добиться успеха, следуйте за словами оппонента. Следите. Кроватку, окей. Затем выберите ответ, который обратит его слова против него самого. Типа пора в кроватку. Так, ну давай. Оу, а тебе не пора? Миленько, но я все равно себя не знаю. Так, да понял я. Вновь прислушайтесь к словам. Бляха, тут время что ли идет? Серьезно?
Ну давай это. Взгляни на меня, разве я миленькая? Или все же по мне видно, что я надеру тебе задницу? Окей, малышка. Я понял, что ты жесткая. Порой подбирать правильный вариант тяжелее. В данном случае детская площадка — хороший ответ на малышку. Ну давай. Может, я и правда малышка, потому что это место та еще детская площадка. Такую девочку, как ты, я там защитить не смогу. Ты про девочек, которые не дают ходячей паре бицепсов, как ты себя унижать? Про таких девочек? Мой босс прибьет меня, если я тебя пущу. Нахер боссов. Боссы сосут. Пошли этого придурка и его правила подальше, чувак. Ты не понимаешь слова «нет»? Не так ли? Не-а. И серьезно думаешь, что сможешь меня опустить? Ага. А будь у меня... Не проблема. Пистолет. Насрать. А будь у меня... Да будь у тебя хоть огнемет, армия роботов-ниндзя и ебаный дракон на поводке, я бы все равно тебе задницу нрала. Сдаюсь. Здорово стелишь, малышка. Проходи. Вроде все нормально, запись идет. This is intense. Shit. Блять. Филе, ко мне. You dog. Милая собачка. Олень. Прикольно. Просто следуй за огнями и музыкой. Скорее бы дойти и оттянуться. Так, давай сначала все осмотрим. Погладить. Как ее зовут? Дилия. Дилия. Уди, божечки. Обычные люди не нравятся. Ага. Как и мне. Пьяная деваха. Ну-ка. Протрезвяйся, девчонка. Шоу пропустишь. Так. Опять Дэймон Мерик. Кто он вообще такой? Да что вы говорите. Эта машина может покатиться вниз любую минуту. Это намек? Похоже, только этот ручник не дает машине скатиться вниз. Так давай снимем. Продавец футболки. Давай возьмем. Ты что делаешь, пидриво, блядь? Как? 20 баксов? Это грабеж. И не зови меня крашкой. Ладно, 20 баксов, воровка. Этот чувак мудак. Чтобы заучить футболку, нужно проявить изобретательность. Что? В смысле? В смысле, блядь? Life is Strange, друзья. Меня выкинуло за пределы карты. Охуительно, блядь. И что делать? Давай загрузим последнюю контрольную точку. Да-да-да-да-да. Да поняли мы это все. Блять, как это можно пропустить все? Сука. Блин, ну камон, ну можно я... Ух. Just follow the lights and the sound. Да. Can't wait to get in there and thrash. Я хочу футболку. Ну-ка поговорим, давай.
Эй, ты продаешь 20 баксов. Чего? 20 баксов за футболку. Это дороговато. Мудак. Так, я подозреваю, что если ручник... Нет, нельзя. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Ляха, давай задавим мудака. Look, we have to set this up exactly as I... Hey, I told you 20 bucks. You looking to get beat? That guy's a dick. Этот чувак мудак. If I want a shirt, I'm going to need так, to get ну это creative. Мы читали. Бляха, я уверен, что нужен ручник. Вот, я же сказал. Бляха, я прям чувствовал. Мне жаль, чувак. Возможно, тебе не стоило это завышать цену. Нет! Да ладно! Ха, лошара. Так, а футболку-то мы возьмем? Спасибо за участие, мудак. Футболка. Еее! О да, сладкий аромат победы. Чего? Да там баксов 200. Давай возьмем. Я буду отыгрывать персонаж Лои, но вы так, естественно, не поступайте. Вот. Играя, возможно, за бакс, я бы не стал брать деньги и подумал, но Хлоя у нас вся такая дерзкая, почему бы и нет. Так. Нет ничего печальнее одинокого... Одинокого чего? Одинокого Вонга. Так, лестница. Взглянуть. Половина ступеней прогнила. Выглядит опасненько. Так, давай. Как можно просто расслабляться, когда в соседней комнате лобает фаерволк? Опа, здорово. Фрэнк Бауэрс? Бауэрс? Что он здесь делает? Йоу, Фрэнк! Привет! Хлоя, я знаю, как тебя зовут, тупица. Ты берешь у меня травку каждый месяц. Только глянь на этот наряд. Заклепки? Ты перестаралась. Что ты вообще здесь делаешь? Пришла посмотреть на фаерволк, чувак, а не рулет. Где ты вообще узнала про эту тусовку? Ха, в интернете, где же еще? Серьезно? Сраные детишки. Ладно, у тебя есть что? Мне бы не помешало снять напряжение. Бляха, никогда так не делай. Никогда так. Конечно, как только вернешь должок 175 баксов. Бляха, ты что, офигел, что ли? Давай одолжение мне. Может, сделаешь одолжение? Ты же знаешь, я не обману. Нет уж. Я усвоил урок еще в прошлый раз. Деньги вперед. Ну ладно, хуй тебе. Прибавь пакетик травки. Ты чего размахалась такими деньжищами? Ты вообще врубаешь мозг, прежде чем что-то сделать? Не-а. Где моя травка? И больше никаких займов. Я тебе не сраная копилка. Нет, отнюдь. Бляха, а теперь отвали, Прайс. Ты мне нервы треплешь. Бляха, я не успеваю читать, они очень быстро разговаривают. So, так ты часто здесь бываешь, or... или... Yeah. Ага. Right. Ясно. Cool. Это круто. Really я вне себя от радости. Later. Увидимся. Whatever. Как скажешь. Окей. Так. Опа. Опа, ножик приныкал. Клёвый нож. Мама казалась не такой дарить на день рождения. Да, злачное место. Алли, не осуждай меня, страшная линеголова. Я здесь ради группы. Ивко, давай, бухнем.
Опа. Чем больше пьешь, тем меньше чувствуешь. О да, вот это по мне. Вы кто такие? Да. А, ну да, это мы читали. Слышь, бармен, ну-ка сделай мне коктейльчик. Уволили 300 портовых рабочих, отменили их пособие. Господи, Прескотт, это настоящие ублюдки. Я это знал еще с первой части. Уважаемые члены Союза портовых грузчиков Аркадии Бэй, фонд Прескоттов недавно предший морскую корпорацию Аркадии Бэй в целях урегулирования банкротства принял решение об упразднении вашей должности, как и всех 307 членов вашего союза. Помимо этого, фонд ликвидирует все активы МКАП, включая пособия портовых грузчиков, выданные для выплаты долгов. Помните, этот трудовой заговор запрещает вам разглашать информацию о деятельности компании или о методах ее работы, включая сведения о данном сокращении. Всего наилучшего. С уважением, Шон Прескотт. Вот гондоны, а. 300 dock workers laid off. That's totally. О, это я после пяти бутылок пива. Okay, three. Ладно, трех. Опа, 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 опа. Давай вот так вот. Sit and spit. Крутись нахрен. Так, продолжаем. Damn, черт, тут куча народа. Протиснуться. Here we go. Погнали. Твою мать. Эй, ты как? Я в порядке. Расслабься. Ты в меня врезалась, забыла? Пошел ты нахуй. Отъебись, чувак. Ты что, не знаешь, кто я? Не-а, и мне похер. Дай знать, сука. Так, через мошпит не пройти. Ладно. Maybe I can get a better view of the action. Возможно, сверху откроется лучший вид. Так, я понял намек. Давай быстрее, сейчас концерт пропустим. Вон я уже чувствую. Да что ты... Давай, 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 шевелись. Не сломается под тобой. Вот. Блять, да, наконец-то удалось. Поверить не могу. Бляха. Короче, если эту музыку вырежет Ютуб, я не виноват. Я постараюсь ее оставить. Бляха, музыка зачетная. Ты пролила мое пиво, сучка! Тебе стоит быть осторожней. Тут суровое место. Мне не нравится твой тон. Тогда, может, не стоит продемонстрировать, как я впечатлена с клевыми мудаками, бомбящими из-за пролитого пива? Похоже, она бросает нам вызов. Она заплатит за каждое слово. Каждое слово!
О, будет классно. Я научу эту мелкую панкушку манерам. Я не шучу. Хотите меня заслить? Вы этого добьетесь. И вам это ой как не понравится. Она думает, что может меня запугать. Ах ты гандон, а. Эй, хуила. Это, блядь, кто? Напасть, конечно. Во, по роже ему! Ты охуел, псина, блядь, что делаешь, гандон? Рэйчел? Рэйчел? Так, я понял, кто это. Come on. Сваливаем. Hurry up. Быстрее. Давай! Пусти, Фрэнк! Нет уж, остынь! Да ладно, чувак! Уходи! Да ну нахрен! А, ложки! Дерьмо соебаче! Уёбывай ты отсюда! Бляха, я себе Рэйчел немного по-другому представлял. Из первой части. Да. Журнальчик. Скейтборд. Бляха, ничего не изменилось, а? Все та же комната. Square Enix. Чего? Дейчик Найн? Дек Найн? Да, я что-то слышал такое, типа... Другие люди писали игру. Life is Strange Before the Storm, эпизод 1, пробуждение. Ну, мы пробудились. Давай. Иногда мне хочется просто закрыть глаза и послать весь мир к черту. Daily rituals are important. Even when they involve. Ты тоже дневничок пишешь. Так, ну давайте прочитаем. Дорогая Макс, как-то я пожаловалась папе на то, что хочу отправить электронное письмо, а интернет не работает. И он подарил мне этот дневник. И сегодня я вдруг подумал, может сейчас самое время написать, Макс? Самое смешное, я не знаю, что тебе сказать. Мы ведь не общались уже 3 месяца, несмотря на мои смс и звонки. Но ты не думай, я не расстроена, ничего такого. Черт, я же никогда не отправлю тебе эти письма, да? Твоя удаленная из списка друзей, Хлоя. Знаешь, такой способ общения с тобой мне нравится. Не надо переживать и ждать твоего ответа. Может, когда-нибудь ты вернешься домой и попросишь прощения за то, что забыла меня. Мы помиримся, и я покажу тебе эти записи, и мы будем читать их и смеяться. Либо решу, что Макс в дневнике мне нравится больше, и ты навсегда останешься моей воображаемой, бывшей ныне лучшей подружкой по переписке. Время покажет. Хлоя. Владычица дневника. Готова? Мама, значит, что? Мама предлагает мне прокатиться куда-нибудь следующим утром, и я такая. Ага, было бы круто. И затем она говорит, что с нами поедет Дэвид. Да, тот самый Дэвид, хочу быть... строивым,
который втюрился в мою маму и теперь прилип к нашей семье, как банный лист к заднице. Тот самый усатый монстр из планеты говняков. Тот самый ёбаный Дэвид. Тот самый мудочим в будущем. Да-да. Короче, я вежливо сказал маме, что еще рано строить включающие Дэвида планы на следующее лето. Может, он к тому времени окочуриться успеет. Ну а что, всякая жизнь бывает. Как ты, наверное, уже поняла, разговор прошел не очень хорошо. А если серьезно, то, видя, как этот недоумок крутится тут уже около 3 месяцев, можно предположить, что у мамы серьезные проблемы с самооценкой, а у меня серьезные намерения на самосожжение по... Не надо, блядь, так. На самосожжение. Погугли, зубрилка. А она может найти себе кого-нибудь получше, я только это имею в виду. Но она просто меня не слышит, как будто... Мудачина тут я. Мудачина Хлоя. Знаешь, почему я перестала регулярно ходить в школу? Возможно, по той же причине, по которой ты перестала мне регулярно писать. Забавно, мне стало тяжело придумывать отмазки, поэтому я просто перестала посещать занятия. Чтобы не надо было оправдываться. И все прекрасно. Никто ничего мне не говорит. С ума сойти, да? Как будто я внезапно стала неуязвимой. Видимо, есть плюсы в том, чтобы быть дочкой мертвой папы. Никто в школе ни понятия не имеет, что со мной делать. Поэтому все просто облегченно вздыхают, когда я туда не прихожу. Жаль, я не сразу поняла, что так можно. Столько времени зря потратила. По скрипту. В прошлый раз, когда я... рукоблудничала, в моей фантазии ворвалась приз из «Бегущего по лезвию». Я сначала думала о горящем парне Декарде, но приз его затмила. Наверное, ничего особенного, просто я хочу челку, как у нее. Хвоя, электровица. Электровца, блять. Да-да, я назвала тебя Лузершей. А, да, Лузерша Макс. Да-да, я называла тебя Лузершей. И знаешь почему? Потому что тебя не было на концерте Firewalk прошлой ночью. А там даже был Фрэнк. Он мой дилер. И да, мам, если ты читаешь мой дневник, да, он мой дилер. А тебе не стоит читать мой дневник. Возможно, эта ночь была лучшей в моей жизни. Я шла к старой лесопилке через лес по железнодорожным путям, а затем наезжала на тупого вышибалу у входа, пока тот меня не пропустил. Выступление было охренительным. Кто бы мог подумать, что подобная группа приедет в такое захолустье, как Аркадия Бэй. Нахер Сиэтл. Еще мне достался в качестве сувенира крупнейший фингал. Какой, бляха, фингал? Бляха, нас же тут пиздюк ударил. Ничего такого, но там еще были 2 мудака, мужское достоинство которых я смешала с грязью. Ах да, кроме того, меня спасла самая популярная девушка школы. А какой была твоя ночка, лузерша? Firewalk плюс Хлоя больше, чем Макс. Окей. Ладненько, ребят. Давайте я первый выпуск на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в паблик ВКонтакте, ссылочки есть в описании. Так, ну ладно. Смотри на Хлою под конец. Ссылочки будут в описании на плейлист с игрой, на другие плейлисты и на много чего еще. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Чумной Психиатр. До встречи в следующей серии. Всем пока.